конце зимы потребность организма в витаминах и микроэлементах особенно высока. Не случайно в медицине существует такое понятие, как весенний авитаминоз. К тому же погода благоприятствует развитию ОРВИ и простуд. Поддержать здоровье сейчас – необходимость. Начать рекомендуется с питания, а морепродукты, как известно, важнейший компонент любого рациона. Какую рыбку любите? Всякую. Хорошую. Хорошую, да. А за что? Почему морепродукты любите покупать? А почему? Витамин? Витамин. Белок. Белок, да. Там и микроэлементы есть, омега-3, омега-6, так что и белок. Все, там полная, можно сказать, таблица Менделеева. Кстати, рыбу можно и тем, кто соблюдает диету. Разрешается употреблять рыбу и морепродукты и тем, кто соблюдает Великий пост. Остается лишь подобрать продукт по своему вкусу. А здесь, на выставке «Икра и рыба Камчатская», широкий ассортимент рыбы горячего и холодного копчения, а также слабосоленой. Какие морепродукты? Икру, белорыбицу, чавычу. Да, пришли за этим, потому что это качество, культурное обслуживание, все свежее. И ценовая политика, цена и качество совпадают. Ну да, не первый раз. Я сама на севере жила и знаю о рыбе все. Поэтому мне говорить это, я могу рассказать все. Чавыча только производит, ну, вылавливается только на Камчатке. Очередь из постоянных покупателей не заканчивается, ведь попробовав рыбку на выставке продажи «Икра и рыба Камчатская» один раз, ценители вкуса и качества возвращаются снова и снова. Ловите возможность приобрести лучшие морские деликатесы возле торгового центра «Премьер» до 11 марта включительно.